Как же скинуть 500 рублей на карту за такое прекрасное исполнение? Лёва, мы стреляемся, чё вы просто бежите? Ладно. У меня даже мясника, кстати, к слову, нет. Просто все со всеми? Да, все со всеми. Ок. Желательно время не скипать и инфекты. Давайте без этого, без казни, пожалуйста. А вот как играть, когда мне приходится давать три хита? Понимаешь, мне надо три хита. А я куда? Шотган армор запрещены. Куда? Шотган армор не юзаем, Ханс. У нас на Хансе инфект, если что. Веру. Ой, косой. Бывает. Зачем вы войтите? Провойтили. Нормально. Я не войтил. Я тоже не войтил. Я дал три хита, никто не упал. А может, я завойтил, но случайно, в любом случае. А кого завойтили-то? Инфекты без казни, пожалуйста. Ладно. Почему за мной какой-то красный и какой-то зеленый? Давайте, за шурмой. Вам что? А, не-не-не, погоди. Врубите эту херню, я не умею. Давай-давай, работай. Погоди, тут диван удобный. А если у меня арахнофобия, не подумали? Куда? Вампир. Тебя что, кикнуть? Кто на вампире? Там, знаешь, там мне вампира нет. Мне только паук. Прикол. И кто за вампира играет? Какой гений меня съел. О, найс. Меня съели. Плохо меня убивать. А меня Сифон не захилил. Прикольно. То есть у меня одно хп было. Прикольно, калаш так передается. А как у меня сифон? Так, сейчас узнаем, кто меня убил. Сейчас узнаем, это ж можно. Ханс, ты такая падаль просто. Говорили же без казней. Так, все, идем в открытый. Я понял, с вами в закрытый играть это суицид просто. Водите друг друга.